Всем привет, народ Божий! Да, приветствуем вас от церкви города Березовского в этот морозный вечер. Наша церковь в городе Березовском, на данный момент мы занимаемся тем, что общаемся, выстраиваем отношения, подготавливаем нашу молодежь, да, воспитываем их, поднимаем их, проводим молодежные собрания. Да. Молодежные собрания, они открыты для всех. Мы приглашаем и неверующую молодежь. Да, иногда приходят и слышат Слово Божие, Евангелие. Также наша церковь сейчас подготавливается к юбилею, который вот будет в ближайшее время, к Новому году, к Глории, миссионерской поездке в Новый Уренгой. И уже после Нового года мы будем планировать различные мероприятия, да, для того, чтобы Евангелие, Царство Божие, Евангелие спасения, оно распространялось в нашем городе и в округе. Благодарим вас за молитвы и желаем, чтобы ваша вера была больше сложных обстоятельств и любых проблем в вашей жизни. Аминь.